7 июня 2014 года. Прага, Чехия. Прекрасная арена. Команды ЧКД, Спарта, Прага. Так правильно я говорю? Совершенно верно. Да. Словосочетание ЧКД каждому советскому русскому человеку знакомо по тем трамваям, которые ходили и до сих пор еще ходят по нашим городским улицам. Сейчас я буду пытаться интервьюировать трех замечательных людей. Я Калюк Александр из Казахстана. Мы приехали сюда с командой России. Вместе, совместно у нас в этом году совместный такой проект. Мы объединились для того, чтобы приехать на чемпионат, который проводится только для спортсменов Европы. А так как Казахстан не входит в состав европейский, мы в составе России участвуем. Спортсмен наш прошел финал, которого мы привезли. Ну, мы этому очень рады. Прекрасная организация, прекрасная страна, красивый город, замечательные люди. Твой функционал на этих соревнованиях, чем ты занимаешься? Сужу. Судишь? Сижу, работаю, смотрю, ставлю циферки по мере своей возможности и своих интеллектуальных способностей. Номер судьи твой какой? Номер 2. Номер 2. Да. Скажи, пожалуйста, ты вчера судил категорию бикини? Ну да, все категории бикини. Все категории бикини. Скажи, вот из всех трех категорий, какая самая красивая, по твоему мнению, была? Самая красивая категория? Да. Ну, в каждой категории были индивидуумы очень хорошие. Ну, естественно, по моему эстетическому взгляду, самая высокая категория, самая красивая, она всегда такова была. Самые длинные конечности, самая маленькая голова, соответственно, самые лучшие пропорции. Ясно. И как ты считаешь, вот в высокой категории, между кем и кем развернется основная борьба сегодня в финале? Ну, давайте так не будем говорить сейчас об именах и все остальное. Финал покажет, подиум покажет. Меня зовут Вячеслав Виноградов, я представитель Чехии, здесь также я судья. Номер судьи? Я, так как больше панелях, у меня номер судья 4, сижу рядом с Филиппорном, и номер судьи 6. Я меняюсь. В принципе. Твой функционал какой на этих соревнованиях? Мой функционал такой, что отвечаю за наших судей здесь, отвечаю за честных спортсменов и помогаю в организации именно помощь, поддержка всех судей. Ясно. А кто рядом стоит, такая красивая, прекрасная девушка в таком замечательном желтом платье, с такой замечательной прической, с такой замечательной улыбкой, причем улыбки у вас чертовски похожи. Значит, с такими замечательными коленками, которых не видно, к сожалению. Посмотри, какие икры. Значит, я про икры ничего не знаю, поскольку, так сказать, икры Саша с Казахстана в этот раз не привез. Он кормит только шоколадом. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Настя. Настенька. Анастасия Виноградова. Виноградова. Жена этого замечательного судьи. Я здесь выполняю функцию поддержки. То есть, поддерживаешь ты что ему? Штаны, пиджак? Или просто кофе? Все, что можно. А. Все, что падает, все я... Украшает этот. Сегодня ты какие соревнования хочешь больше всего посмотреть, Настя? Каких людей? Да. Ну, конечно, бикини. Девушки, конечно, это бикини, да? Красота. Понятно. Я всегда хожу только смотреть девушек. А еще скажу, за кого ты болеешь? Да, за кого ты болеешь? Ну, конечно же, за Ольгу. Ну, конечно, за Ольгу Путрову. Путрова? Путрова или Путрова? Значит, правильно и так, и правильно и так. Я могу сказать так, что у меня такая катавасия постоянно с Людмилой Тубольцевой, которая считает, что она Тубольцева, а мы с Мишей Сидоровичем все время говорим «Тубольцева», блин. И как бы смирилась она с этим, не смирилась, я не знаю, на самом деле неважно. То есть вы болеете за Олю? Да, мы за Олечку. Олечка просто красавица. Слав, скажи, пожалуйста, вчера ее, так сказать, цепочка на голове, она это увидит уже после того, как... То есть я вот подошел, ей сказал, что на самом деле не there good. Она сказала, что это образ такой. Образ греческой богини. Она, наверное, вот вышла. У нее купальник такой был сделан в сеточку. Я даже не помню, как он называется, этот материал. Ну, образ богини.
То, что там их две девочки такие, у кого на голове. Вот полячка оказалась таким же образом, причем примерно в таком же купальнике. Да. Такое бывает. Значит, для судей, наверное, легче будет сравнивать, раз они в одном образе. Это плагиат. Да. Плагиат, не плагиат, значит, по рекомендации моего партнера и друга Игоря Копчика, интервью не должно длиться больше 5 минут. Понятно. На сегодняшний момент у нас на датчике 6 минут 49 секунд, поэтому целуемся, машем ручкой. Всем спасибо. Спасибо. До новых встреч. Подожди, а вот с кем он целоваться будет? Значит, мы потом с Александром, мы потом разберемся. Жолдас пропеллерс. июня 2014 года я нахожусь за сценой замечательного комплекса, в котором проводится международный турнир Олимпия Аматеор. И сейчас я буду представлен, и мне будут представлены два представителя Литовской Республики, которые выступают в номинации Men's Physique. Будь добр, скажи, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Томас Рожко. Я здесь сегодня. Томас, фамилия как? Урошка. У тебя польская фамилия? У тебя на конце буквы «С» нету? Нет, литовская. Литовская? Да. Понятно. У меня тоже есть спортсмен в Калининграде. Артем Галкин, он литовец. Артем Галкин. Тебя как зовут? Регимон Синкевич. Из какого города? Вильнюса. Из Вильнюса? А ты из какого? Из Каунаса. Из Каунаса? То есть две столицы. Одна основная столица, другая столица, которая считается настоящими литовцами столицей. Да. Ребят, скажи, пожалуйста, в повседневной жизни ты чем занимаешься? Я танцор. Танцор? Профессионал. Профессиональный танцор? Да. Стиль какой? Хип-хоп. А? Хип-хоп. Хип-хоп? Да. А почему хип-хоп и ты не пробуешь себя в физике, а не в фитнесе? Ну, теперь я здесь. То есть ты в фитнесе выступал? Нет, не выступал. Кто? Второй раз. Это второй раз. Представьтесь. Арвидас Мицкус. Главный тренер. Литовской сборной по бодибилдингу. То есть этот парень, он вообще не выступал никогда? Да, он выступал только на Балтик матче, где он занял первое место, а здесь вот на таком турнире первый раз. Понятно. То есть почему вы его запускаете в номинации «Физик», а не используете его на той же чемпионате Европы, если он танцует хип-хоп в фитнесе? Ну, я думаю, что фитнес робит, нужно больше всех этих элементов, а у него еще нет столько... Ясно. Ты чем занимаешься в повседневной деятельности? Спортом. Да, а еще я ем... Интернетом? Ты работаешь как системный администратор или работаешь на каком-то сайте? А? Как дизайнер? А в какой ты программе работаешь? Photoshop. Как дизайнер? Photoshop? Кто у тебя тренер? Рейнальдис Шестнайтис. Рейнальдис? Да. А у тебя кто? Тоже. Тоже Рейнальдис? А что у нас? Рейнальдис теперь у нас главный, так сказать, имеется в виду, я так смотрю, уже второй или третий сезон, больше всех, и кубки, награды, как тренер получает Рейнальдис, да, в Литве? Ну да, как говорится, мы конкурируем с Рейнальдисом. Не, ну ты представляешь, какой город? Юрбаркас, а он представляет Мариамполь. Да. То есть побольше город. Ваши клубы, они между собой соперники. Да, да. И кто победил в прошлом году в номинации «Лучший клуб»? Рейнальдис. Таурас, да, его клуб Таурас называется. Да. Сам ты, Арвидас, скажи, пожалуйста, твое отношение к номинации, ты считаешь, что это вообще бодибилдинг, что это спорт? Про Men's Physique? Да. Ну, если сделали такую категорию, значит, это уже спорт. Но я считаю, если мы будем сравнять его с бодибилдингом, то это как день и ночь. Ребята, вам в любом случае хороших выступлений, чтобы вы понимали, что в маленькой категории, что большую категорию, я обе категории судил. И
Значит, 147 и 106 номер я оставил в своем судейском протоколе на первое место. Спасибо. Да, это не спасибо, реально вы те критерии, которые были описаны главным судьей Филиборном, как должны выглядеть ребята из этого класса. Значит, на самом деле один и второй полностью соответствуют. Единственное, что я могу сказать, что если ты не будешь улыбаться, то ты не будешь соответствовать. Ты на сцене очень угрюмый, очень сосредоточенный. Правильно, и вы тоже самое. Да, то есть надо чуть-чуть расслабиться, как твой коллега. Вот он постоянно, вот как сейчас стоит, и ты сейчас стоишь тоже такой же. Ты на сцене точно так же себя должен вести. Пожелание удачи. Портал ИСЛАВС, я Александр Тимошенко. Желает и хочу, чтобы вы заняли достойные места в сегодняшнем выступлении. Я же, как судья номер два, опять перемещаюсь в зал и буду наблюдать, как ребята будут представлять вид серферов. Спасибо. Кстати. Фильм снят при поддержке компании Hard Labs. Спортивное питание Hard Labs – это качественные ингредиенты, отличный вкус и доступная цена. Hard Labs – это формула вашего прогресса.